Иваново частенько называют городом тусклым, некреативным, даже мрачным. Возможно, так и было до конца мая этого года, пока в областном центре не начали появляться сочные граффити. Инициатива украсить стены родного города поступила от мэра Владимира Шарыпова. И вот в плане на креативное преобразование 12 объектов, 3 из них крупных. Около училища культуры тема студенчества, да, то есть тоже городская среда. На фабрике не будет абстракция, абстракционный рисунок также на молочной горке. И ну, тема экологии, опять же, на набережной около Сбербанка. Организаторы граффити-фестиваля уличным художникам предложили две темы – экология и городская среда. Фантазии не ограничивали. Высказать свое мнение о пространстве Иваново в ярком рисунке согласились 18 художников. Владимир вот уже второй день преображает серую подстанцию на молочной горке. Получается очень ярко. Главное, чтобы это все приносило как-то радость. Вот, и немного останавливало, выбивало людей из обычного ритма жизни, вот, заставляло остановиться, просто ну, посмотреть, задуматься. Потому что у многих людей разные ассоциации на данной как бы, картинке, и поэтому как бы, сколько людей, столько и меньше. Работа райтера у обывателя ассоциируется с протестом. Кажется, что их изображение на городском пространстве должно быть обязательно хлестким и оппозиционным. На деле не так. Фестиваль граффити подтверждает – это искусство. Так у кинотеатра «Современник» прохожих теперь встречает никто иной, как легенда советского кинематографа Андрей Тарковский. Трудов здесь очень много, так как у нас портреты рисуют очень мало людей все-таки в городе. Вот, это, ну, достаточно таки сложно, да, можно сказать. Тем более такой объем очень большой. То есть, ну, когда переносишь с фотографии, одно дело рисовать на листочке, другое дело на стене. Намного сложнее, конечно же. На следующей неделе райтеров ждет самая сложная работа – создать 3 больших картины. На стене авиаремонтного завода, на здании центра «Новация» и фабрики «НИМ». Закончить, если позволит погода, планируют ко Дню молодежи. Граффити – идеальное украшение для городских улиц, яркое и очень долговечное. Изображению не страшны погодные условия – ни ветры, ни дожди, ни холода. А главное, такой креатив горожанам нравится. Прекрасный фон для удачного снимка на память. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.